Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиан Джонс, и сегодня мы с вами отправимся исследовать мир игры A Siren's Call, то есть Зов Сирены. Это новенький хоррор, где мы в роли Сары отправимся в ее сны, в подсознание, чтобы разобраться в прошлом, что же с нами случилось. Игра на самом деле вышла уже довольно давно, ну как давно, 13 апреля, это буквально пару дней назад, но... Игра была всего 10-минутная, то есть все писали, вот если вы посмотрите отзывы, что они отрицательные, типа, это что вообще такое, сейчас сыграла какая-то бетка, это даже не совсем бетка, даже матом не постеснялись выразиться. Но я такой, ну ладно, но смотрю, бац, обновление. Чувак пишет, что он исправил все баги, доработал историю, кучу всего добавил, типа огромный апдейт. За это все время он клепал, и я не знаю, сколько он наклепал, потому что игра теперь весит 9 гигов. Я сомневаюсь, что там геймплей на 10 минут прибавилось. Так что я уверен, что человек постарался, и мы должны оценить его старания. Так что, пожалуй, не будем ждать и приступим к игре. Вот мы с вами и переместились плавненько в главное меню, где мы видим вот апдейты слева, что добавили. И какую-то жуть. Где-то там снизу, видите, там что-то двигается. Фу, аж будешь представить, что это. Загрузить игру. Так, мы еще даже не играли в нее. Пресс, нажмите так, F, чтобы появился фонарик. Что удивительно, в этой игре, когда я смотрю налево, у меня FPS резко... Че это было? Хватит! Я хотел пошутить, что когда я смотрю налево, у меня FPS поднимается. Я думаю, я вот так пройдусь, смотря туда. Я боюсь представить, что меня ждет с другой стороны или спереди. Зачем здесь вообще фонарик? Он мне особо не помогает ничего осветлить. Господи, надо бежать, я устал уже. О! Собака. Так. Мне кажется, глупая идея смотреть по сторонам, там явно что-то выскочит. Но с другой стороны, там FPS заветные. Ладно. Давай, женщина, чуть-чуть осталось. Мы с тобой доберемся, я уверен. О, видите там силуэт? Я вот отчетливо вижу. У машины. Или все-таки мне кажется. Смотрите, что это? Это силуэт, я же говорю. А что смешного-то, я не понял. Не, фонарик что-то не работает совсем. Все темнее и темнее. Ну здравствуй, темное братство. Вступать к вам я не планировал. А, идиот что ли? Это что, это как будто два дружбана обнимаются. Ну это, наверное, два пугала каких-то. Фу ты, господи, это всего лишь этот знак. Кто-то поет где-то на фоне. Лучше не оборачиваться. Все, мы почти дошли до дома. Я думаю, это как раз и будет перемещение в другую локацию. Эй, не-не-не-не, тихо-тихо-тихо, где свет? Сейчас что-то выскочит. Тихо-тихо-тихо, мы почти дошли.
Светлее-то станет, нет. Черт, я ни хрена не вижу. Мне идти вперед или нет? Вот дом, да-да-да, или что это? Все, фонарик резко заработал, я не знаю, что это за баги. Что? А сейчас мы где с вами? Огненная дорога, я думаю, надо идти именно по ней, что ли? Да фу, что это за мерзительный звук, как будто скейтер падает. Ты явно не ребенок сейчас орал. Блин, это вообще просто омерзительный звук. Не знаю почему. В нем же вроде как ничего и нет. Че, дурак, что ли? Фух. Слава богу, мы дома. 12:30 всего лишь. Фу, можно чайник, что ли, включить было, или что это? Что это взять можно было? О, не, я такое не люблю, когда включено по телевизору. Холодильник открыт. Сейчас какая-то хрень отсюда выскочит. Ужас. Опять музыка играет зловеще. Что, у меня какие-то эти подгрузы сейчас были? Ты должен свалить. Да я с удовольствием. Фонарик. И здесь ты живешь? Да. Так, телек я больше не смотрю. Боссовый матрас. Хотя я думаю, что это все-таки кровь. Нет. Да блин, почему фонарик так плохо работает? Все закрыто. Как я отсюда сбегу, если все двери закрыты? Что за бред? Что это? Я не вижу. Подсвети фонариком, пожалуйста. Это крошка типа была? Да, беда у игр с освещением. Офигенное меню, конечно, спасибо. Фу, черт. Жесть какая. Ну, давай. А, вот ключ. Я как должен был догадаться? Я очень надеюсь, что здесь никто на меня не выскочит. Но я вижу, что лифт рабочий, похоже. Что это было? Нас опять куда-то перенесли? А где фонарь? Черт. А, вот он. Конечно, бери. Чего у нас каждый раз фонарик отбирают? Кстати, ради интереса я в этот раз тоже зашел в меню. И видите, оно совсем другое. Просто темнота. Здесь ничего нет. Только в журнале что-то добавилось. Как туда попасть? Так. Что-то типа о том, как выбраться отсюда. Ну, думаю, у человека явно не получилось. Блин, у этой игры просто огромная беда с освещением. Я вот вообще не понимаю, что там написано. Исправлял, исправлял, но кое-что забыл исправить. Туда доносится какой-то... А-а-а! Что это такое? Фу, что это? Было. Я надеюсь, что это просто радио. Сейчас хоть холодильник работает. В прошлый раз фонарик где-то здесь тоже лежал. Блин, ничего не видно. О! О! Вот за...
У меня появилось тело. Воу! Даже очень неплохое. Я вообще не знал, что я мог посмотреть на свое тело, пока не увидел свою тень. А с фига ли двери теперь так открываются? Фу, что это? Какая-то жуть прям. О! Красное вино. Я думаю, сейчас самая лучшая минута, чтобы это сделать. Давай выпьем. И там уже монстры не покажутся нам никакой помехой. Блин, ужас какой. Мне кажется, из этого шкафа точно что-то выпрыгнет. Куда здесь идти вообще? А, вот куда-то. Не знаю, я спиной куда-то ушел, чтобы не испугаться лишний раз. Пиздец, телек этот дурацкий включен. О, Биг Мак. Хоть что-то знакомое. Это что, звонок? Так, странные какие-то символы. Лучше на них не фокусироваться. Стиралка. Сигареты Бистон. Ну, конечно, возьмем. Пицца. Ну, в принципе, да. Дом холостяка выглядит именно так. И холостячки тоже. Что это? А, разбитый стакан. Я его с трудом вообще увидел. О, кассета. Или что это? Ну, кассета же. Почему ты ее не можешь взять? Смысл на нее смотреть только. Нажмите левый Ctrl, чтобы что? Блин, очень быстро это как-то все было. Что? Почему? Я вообще не вижу, куда еду. Долбанное освещение. Там впереди вообще что-то есть. Ну, сейчас мы кого-то собьем с вами, я уверен. На счет три. Ну, почти. О! Фу, что это? Мерзкие, мерзкий дождь, мерзкие звуки дождя. Ужас какой-то. Что за хрень? А что за хрень? Что? Что не так-то? А, типа мы обратно к машине ушли? Почему машина вообще с воздуха прилетела? Это звук дождя. Фу. Эта хрень в машине, да, сидит? Твою мать! Это что, пенкиллер? Почему у меня есть в руках оружие? Сара? Сарочка? Сарочка, что ты тут сделаешь? Мы же евреи, что ты делаешь в церкви? Сарочка, ты где? Дай-ка я тебя отправлю обратно. Видимо, в ад. Ну, а и что дальше? Библия вот. Фу, опять этот мерзкий звук. Перестань, он меня раздражает. Фу. Ты еще что за хрень?
задницу. А я как в пейнкиллер-то переместился резко, я что-то не понял. Че это за дичь вообще? Ужас. Открыто? Нет у вас тут? Так. Фу, опять этот мерзкий звук. Фу. Какая-то хрень за мной бежит, поди. Быстрее беги к выходу. Фу. Все, до свидания. Твою мать. Ребят, у меня здесь FPS нет. Фу, это эти твари издают такие звуки. А, 2 хп. Это смерть. Блин. Это жесть какая-то. У меня в минус ушло здоровье, лол. Я в эту тварь попасть не могу. Приходится смотреть в пол, чтобы FPS хоть было. У меня уже минус 209. Да вы сдохнете, нет? Видимо, нет. Все. Ужас какой. Там что, главный черт стоит, что ли? Что? Чтобы спасти ее дочь из культа. Подожди, это все? В смысле 9 гигов? Где 9 гигов моих? Не может быть, чтобы это было все. В смысле, почему? Там 10 минут, это чего было? Сейчас еще 10 минут прибавилось. Это вообще что такое? Блин, за игру требует 100 с чем-то рублей. Я ее прошел минут за 20, но... Ох. Ладно, разработчик, наверное, молодец. Уверен, что... Я, по-моему, видел видео, где заканчивалось именно на дороге. И он вот дальше ушел. Ну, я ожидал чего-то большего. Зачем вообще сюда какой-то шутер добавлять? Что к чему вообще? Действительно, жутко было, это просто омерзительные звуки, ну, они кого угодно, мне кажется, напугают. Но я что-то вообще расстроен, мне кажется, игра абсолютно не стоит своих денег. Я ждал чего-то больше, это сделано на коленке, FPS падает просто моментально. Приходится смотреть вправо или влево, чтобы это все перестало баговать. Ну, не знаю, но он что-то старается, что-то делает. Возможно, он там дальше будет DLS и так далее. То есть проект будет разрастаться, но это все будет потом и потом. А пока это снова сырой продукт. Ну, с уже какой-то более, видимо, менее законченной историей, не знаю. Решать только вам. Получается, было полное прохождение. Ну, что поделать. Надеюсь, вам хотя бы понравилось мое прохождение, как я визжал, кричал и пугался. Ну, с вами был Максимилиан Джонс, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, чао.